маленький букет на куриных ножках. В одних маме и девочке нечаянно разбила зеркало. «Ой!» – расстроилась мама. «Какая дурная примета!» «Пустяки!» – успокоила девочка. «В примете не верь, это предрассудки. Плохо, что у нас другого зеркала нет, а нам с тобой, как росло, причесаться надо. Обеим и поскорей, потому что мы уже опаздываем». «А куда мы идем?» – удивилась мама. «Забила!» – огорчилась девочка. «Я же еще позавчера рассказывала. Один мальчик пригласил меня поужинать. Я сказала, что приду с мамой, потому что мне не с кем ее, то есть тебя, оставить. Я уже взрослая», — немного надула губы мама. «Давным-давно». «Конечно, взрослая. И я, конечно, могла бы оставить тебя одну. А мне хочется, чтобы ты тоже познакомилась с этим мальчиком, который меня пригласил. Он спрашивает, буду ли я с ним дружить. А я еще ничего не решила. Может отказаться? Мне очень важно, чтобы ты тоже посмотрела на него. И мы решим вместе». «Ладно», — согласилась мама. «Я посмотрю. А куда мы идем ужинать? К мальчику домой?» «Нет, в Макдональдс». «Что это такое?» «Так называется ресторан». «Ура!» – захлопала мама в ладоши. «Люблю ходить в ресторан. Там официанты, люстры, белые скатерти, оркестр. А некоторые можно даже потанцевать». «Ну, – смутилась девочка, – это немного другой ресторан. Давай причесаться». И тут обе вспомнили, что у них разбилось зеркало, а другого зеркала нет. Надо было спешить, а девочка не знала. Он не знал. Что делать? Не могла же девочка пойти на ужин растрепанная, тем более привезти с собой не причесанную, взлохмаченную маму. Надо было спешить, а он пробовали причесаться, глядя вместе с зеркала в утюг. Не вышло. К счастью, девочка придумала способ без чайника и даже без утюга. «Мам», — сказала она, — «ты у меня такая красивая. Бываю, вижу тебя, а кажется, смотрю сама на себя в зеркало. Давай сядем напротив друг друга, возьмем расчески, причешемся. Ты будешь смотреть на меня, я на тебя, и с тобой так похожи». Так они и сделали. Девочка причесывалась, смотрела на маму, а мама на девочку. И у них все получилось. Совсем неплохо. В Макдональдс успели вовремя. Пришли обе очень красивые, с одинаковыми замечательными прическами. Мальчик встречал их у входа с небольшим букетом цветов. Мама сначала немножко расстроилась, шепнула девочке, что букет маленький. А когда сели за столик, увидела, если бы букет был большой, на столике осталось бы не так уж много места для еды. И мама подумала, что ее девочке, пожалуй, достался довольно сообразительный мальчик. Потом выбирал еду. Потом мальчик сходил, принес на подносе много того, что мама никогда в жизни не попробовала. И хотя мама надеялась поужинать в ресторане устрицами, шампанским, гамбургер с кетчупом тоже оказался неплохо. А больше всего маме понравился сам мальчик, который хотел подружиться с ее девочкой. Когда у мальчика посыпались на пол жареные куриные ножки, а сверху упал букет, мальчик нагнулся за всем этим под стол, мама быстро сказала девочке на ушко: «Он хороший, не надо отказаться с ним дружить». И девочка успела ответить маме: «Рада, что он тебе».